Привет, с вами Олег, и мы продолжаем невероятные приключения Олега в Фазме. Маргарет Лавендер. Лавендер? Это разработчик? Это его сестра, мать, жена? Я не знаю просто о его семейном положении. Распятие, достичь рассудка и опять направленный микрофон. У нас в прошлый раз радио невероятный, да? Обломал во всем и не дал направленный микрофон. Грущу до сих пор. Включаем свет, смотрим карты. У нас карты. Хорошо. Пойдем врубать свет. Кстати, я бы хотел МБшечку. Опять подвал. Я надеюсь, хотя бы призрак не в подвале живет. Так. Призрак, не атакуй. Мы включили свет. Давай смотреть, что у нас по температуре. Ну, явно не подвал. Это уже плюсик. Такой большой плюсик. Давай смотреть тут. Тоже все в порядке. Гараж. Слушай, и с гаражом тоже все нормально. Что у нас на кухне? Понятно. А призрак, судя по всему, на втором этаже где-то. И здесь, кстати, еще и прятаться нельзя. А здесь что? Да. Погнали на второй этаж. Что у нас тут? Не коридор. Здесь можно прятаться? Да, если что, мы будем прятаться здесь. Но комната не эта. Так, медведи, все на место. Ой, точнее, все на месте. А вот сейчас мы что-то слышали. Дальняя комната? Чего? Я точно слышал дверь. Ну, мы нашли кость, но мы не нашли дверь. Ладно, пойдем смотреть дальше. Что у нас здесь? Все хорошо. Где-то радио? Вот эта комната, да? Значит, вот эта дверь открылась, и мы ничего не поняли из-за этого. Хорошо. Давай, ждем, пока упадет ниже десятки, чтобы быть точно уверенным, что это то, что нам нужно. Да, это то, что нам нужно. МП-2. Ну, МП-2, подумаешь. Но температурка падает. А, побежали за всем тем, что нам нужно. У нас, кстати, карта Таро, поэтому будем гадать. У нас будет расклад небольшой. Вообще он трогал две... Ладно. Потом будем отпечатки проверять. А, призрак, мы идем. Какая комната? Вот эта. На, это тебе. Надеюсь, в этот раз ты ими кидаться не будешь. Это мы выключили. А это мы смотрим. И чего? Ну, MP3 не жалко. А блокнот опять призраку не нравится. Может, это опять радио? Стоп. Тут и МП-5. Вот это, конечно, да. А, прикольно, я так хотел пропустить МП-5, да? В поисках чего-то. Давай. Это мы вот так поставим, да? А это кинем на пол. А, выключим свет. Кинем фонарик. Закроем дверку. И пойдем смотреть лазерный проектор. У нас горю есть? А, горю есть. А, есть, значит, горю. Поэтому давай смотреть. Я слышал, что горю любит переворачивать камеру. А еще надо 40 секунд смотреть в пустоту.
Прошло секунд 15, я думаю, да? Так, и еще 40. Все, это не горе. Хотя, конечно, вру, и он может быть еще и горе. Но мы пока это его не узнаем. Пойдем проверять, мираж это или не мираж. И отпечатки. Так, он любит радио. И включать свет. Стоп, это была лазерка? А, пересмотрите, пожалуйста, это была лазерка или что? Если это была лазерка, то мне нужны какие-то доказательства. Так, ты не сюда. Да где ж тебе лазерку кинуть так, чтобы ты... Ну ладно, отпечатков нет. Но он какой-то очень активный. Это мы выкинем. Может, ты мне на радио ответишь? Ты молодой. Ты молодой. Ты где? Ты молодой. Дверь закрой. А, ты молодой. Ты где? Ты где? Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. А, ты где? Ладно, радио не отвечается. У меня есть ощущение, что я видел лазерный проектор. Ну вот прям вот краешек. Ну, допустим. Допустим, мы можем представить, что мы видели лазерку, да? Но это точно уже не мираж, мы поняли, да? Радио у не горю. Но если мы видели лазерку, ну, то это не может быть горю. Но объективно это факт. Давай посмотрим. Призрак, выдавай лазерку. Видели лазерку? И я видел. Это не горю. Соответственно, либо они, либо радио. Если это радио, да, то у нас реванш. А что ты такой активный? Может быть, ты все-таки они? А я думаю, надо брать фотик с солью. Вообще, надо посмотреть, какие у меня задания. А, распятие, направленный микрофон. Это некоторые трудности. А где-то здесь была кость. А где она? А, вон там, кстати. Дайте освещение, а то фотка будет не очень. Так, это мы на... Так, мы фоткаем взаимодействие. Да. Я решил, что лучше фоткать взаимодействие. Так, это тебе. Это сюда. Я надеюсь, это не атака? Нет, все хорошо. А дальше смотрим, сколько нам фоток осталось. 4. Хорошо, слушай, нам осталось 4 фотки. Как раз я тебя кинул. Блин, можно было сфотографировать. Ну ладно. Раз. Два. Три. 4. Все. А, это все равно не в зачет, да? А, смотри, нам осталось общее.
микрофон. У нас еще и свет... А нет, свет нормально все. Кстати, а он после охоты не меняет ли комнату? Может быть и меняет. Вообще у нас из-за того, что... Как его звать-то? Карты. Есть шанс, что мы не получится у нас рассудок опустить на то количество, которое мы рассчитываем. Так, улики либо Райдзи, либо Они. Вторая атака. Что у меня там с рассудком? Так, это считалось? Нет, это не считалось. У меня считается рассудок, да? Но он мне не дает направленный микрофон. Я боюсь, что меня сейчас съедят. Что... Что пищит? Серьезно? А призрак какой-то приколист. Ну, мне кажется, что это они все-таки. Но нам бы вызвать охоту. Давайте мы не будем слушать направленный микрофон. О, по красоте. Спасибо, призрак. Он еще и напал. По идее, охота закончилась. Но смотрите, как красиво, когда я сижу за окном. Смотрите, какой вид там. Солнышко светит шикарно. А мы дружно знаем, что это они. Я думаю, да? Они. А, поехали. У нас есть все фотки, у нас есть все задания. Если я правильно понял призрака, а я надеюсь, что это так, то мы с вами еще сделали идеальную охоту. Расследование. Простите. Да, это они. Мы получили новый радиоприемник, получили 1800 денег. Отличное расследование, отличная охота. Спасибо за просмотр, всем пока.